Доброе утро. Ой. Извиняюсь, но руки заняты. Мусор выношу. Это бумага, это всякий пластик. В общем, вот так. Это Чарли. Стараемся собирать пакеты всякие. И бумагу, и все выносить по отдельности. Конечно, не очень это удобно. В том плане, что бумага-то ведь... Пакеты не собираются за 2 дня, а стоят они у меня в этой, в патио такой, да, и такое ощущение, что там все время не убрано. Ну ничего, зато планета будет чище. Правда? Поехала я домой, ой, домой, на работу для начала, потом уже домой. Короче, и я, и вот сзади там этот... Мусорщик за мусором приехал. Как-то вообще странно днем, а мне обычно ночью мусор забирают. И он мне сейчас бибикает, он думал, что я там припарканулась. Бибикает мне, чтобы типа я свалила. Вот, а мне мусор надо выбросить, как я свалю. В общем, потом мы с ним кое-как разъехались. Вообще очень странно, что он... Такое ощущение, что что-то хлобыстало по машине. Вот, разъехались кое-как. В общем, еду на дорогу. На вот такие приключения в выбросе мусора. Народа вообще много. Знаете, в субботу, когда едешь, на улице никого, на дорогах никого нет. Шикарно. А сейчас видите, все бегают, все переходят. Я тоже тут перехожу дорогу. В общем, вот так. Та-дам! Я подстриглась. Вернее, меня подстригли. Нормально. Я, конечно, доделала, как всегда, сама. Сама себе я. В общем, теперь надо краситься. Мне кажется, вот тут что-то прям подлиннее, что сейчас надо доделать быстренько. Теперь надо краситься. Сейчас я еду в Lidl. Там привезли... кое-что, что давно искала, в общем, поэтому дома вам покажу. Так как мне готовить нечего, у меня уже там еды на пол месяца, поэтому, что у меня тут так, можно не спешить. Чарли, маму, что ты там, отдыхаешь? Мама, ла каса? Си, митико. Сейчас выйду, и он выйдет. Надо доделать вот этот вот уголок. Когда, знаете, белое покрашено, белым покрашено, видно все недочеты и где длиннее нормально. Вот так. В общем, нет, оставлю, наверное. В общем, поживем, увидим. В общем, вот, в принципе, зачем я в Lidl и ездила. Я вот эту крышку давно хотела, но вспоминала о ней только когда ложилась спать. Ой, я переоделась. А красоту не сняла. Я когда спать ложусь, у меня времени дофига. Я засыпаю 2-3 часа, могу и больше. Поэтому все мысли в голове у меня возникают ночью. И вот об этой крышке, естественно, ночью вспоминала, днем забывала. И тут я залезла в это приложение от Lidl. И там привезли вот эти крышки. Они, значит, на силиконовой вот такой фигне. Сейчас я ее раскрою. Стакан какой-то. Так. Ой, даже инструкции, прикиньте. Не хухры-мухры. А что? Как это оно тут? Вот так. И вот смотрите, какая прикольная. Она идет на 3 размера. На все сковородки уже обляпанные. Но я все равно мыть. Вот, на все размеры. В общем, прикольная крышечка. А остальные выброшу, которые там у меня, знаете, алюминиевые, старые, еще пристарые. Сейчас вам покажу вот это. Вот эта старинная крышка у меня, надо ее вы... Она уже вся такая, нифига не закрывает. Надо ее сейчас выбросить. А еще
кто меня смотрит, знает, что у меня муж вот тут вот расстилает вот такой вот полотенчик и посуду моет на нее. А я ему купила вот такую штуку. В общем, вот такая штука. Она стоила всего 2 евро, но смотрите, нормальная такая, добротная. Вот с этой стороны она как эта. И главное, что она вот так, ее можно повесить вот сюда. И вот пускай она висит, я ему скажу, что купила такую штуку, пускай радуется. А то все на полотенчике, а полотенчик у него, знаете какой? С матрешкой. Мой любимый. Мой любимый полотенчик. Вот, смотрите, мне его в подарок знакомая привозила. У меня еще был фартучек от него, но скоммуниздил фартук, увез куда-то непонятно. И, блин, я его так ругала за него. Чуть по жопе не надавала. Вот, теперь... А, кстати, полотенчика там нету. Ой, можно его повесить. А у меня еще какой-то тут красивый есть. Даже не знала об этом. Смотрите, какой-то еще красивый вафельный. Тоже 100% с России. Даже не помню, кто мне его такой дарил-то. С петухом. Вы посмотрите, какая красота у меня, оказывается, есть. Ух ты! Жалко, что только для вешивания нету. Ну, надо же. Даже не помню, кто мне его дарил. Ну, кто-то дарил, потому что сама я его точно не покупала. Ну, надо же. У меня тут чего только нету. Ой, сколько у меня тут всего. Ой, в общем, пакеты всякие разные. Повесим матрешечку. Вот сейчас... Ой, бляха, муха. Твою мать. Свалилась. Сейчас хочу полы помыть. Все. А у меня там вода. Ой, блин, постира в стирку, короче. Ой. Так, вот, похвалилась. Значит, следующий повесим. Что нам? Там вода от риса. Вот плохо, что нету крючочков таких вот. Я знаю, что можно самой пришить, но это же надо шить. Правильно? Ладно, полы сейчас помоем. Потому что я вчера пропылесосила, все хорошо, а полы-то не помыла. Слушайте, ну отрастет, все будет замечательно. Надо теперь краску купить и покрасить. Все-таки мне сама блондинка, но мне не очень нравится мой цвет. Ну как, он не обалденно классный. Но я люблю белой быть, Белла. В общем, это походу у меня пришли часы. Я часы себе заказывала. Ну, вот это вот смарт-часы. Там они спортивные, все дела, ля-ля-ля-тополя. А вот, где-то уже месяц-полтора, наверное, назад заказывала. Сейчас посмотрим, что там и как. Та-дам! Маленькая коробочка такая. Беленькие часики. Это не Алиэкспресс, но какой-то китайский сайт тоже. Такие часы, в общем. И пульс там меряют, и все дела. Интересно, буду изучать. В общем... Надела часы, в общем, все быстро разобралась,
не все так тяжело. Ну, хотя, знаете, если человек как бы не знающий или что-то, ну, да. Кстати, инструкции есть и на русском, и на испанском. Вот. Будем пользоваться. Просто в интернете лазила через, не помню, или Facebook, или Instagram, уже не помню, как я все это купила. Потом надо разобраться с зарядкой. В общем, прикольно. Вроде водонепроницаемые, все дела, ля-ля-ля, тополя. В общем, буду пользоваться. Это отправляем в свой пакет. Вот видите, у меня тут этот пакет для вот этих вот всяких вещей. Пластика, а это для бумаги. В общем, мне было так настолько интересно эти часы, что я забыла. Вернее, не забыла. А, как это сказать, отложила на минут 10 еду. Хотя я, когда голодная, я не человек. А еще я вчера на ночь сделала салат. У меня же были овощи тушеные. Тушеные нет. В духовке сделаны. И я вот сделала типа баклажаны икры с лучком, с чесночком, с укропчиком. Баклажаны запеченные. Здесь и лук запеченный есть, тоже есть перчик запеченный. В общем, кстати, салат получился обалденный. Вот сейчас я его тоже буду лопать. Вкусно такой. Ням-ням. Так что всем приятного аппетита. Хлебушек достану. И пойду смотреть «Королек, птичка певчая». Догадаться, где мы можем быть после обеда, часиков в 5, в парке. Народу мало, хорошо так. Дети не бегают, наверное, уроки учат. А я как раз сейчас прогуляюсь и пойдем. В своих новых часах тестю. Ничего, вроде бы довольная я ими, все дела. Вот. Сим-сим, накройся. Сим-сим, отдайся. В очках, правда, я ни хрена не вижу. Но в очках не видно ни телефон, ни... Не знаю, почему фильтры, наверное, в очках такие, что не видно ни телефона, ни ничего на свете. У меня даже табло в машине вот такое высвечивается. Я его в очках ни хера не вижу. Ой, матом почти не сказала. Ну, хер, это же не мат, да? Вот такие у нас пироги. Я сегодня штанишки одела. Ну, они такие льняные. Своей сумочкой. Сумка уже стоит дома у входа, спортивная. Так что завтра у нас, кстати, сумба будет какая-то специальная, потому что послезавтра, в субботу, будет Всемирный день против то ли Паркинсона, то ли Альцгеймер, по-моему. Вот. По-моему, Альцгеймер, да. И вот какой-то, так как в субботу у нас нет никаких занятий, спортзал открыт, там можно идти заниматься, но занятий нет. Или есть там парочка, еще не знаю. Мне сильно не волнует, потому что я в субботу работаю полный день. Так вот, завтра у нас какой-то специальный день будет. Нас вчера предупредила мониторша. И
будем что-то особенное плясать. Она говорит, так что не забывайте, типа, приходить. Ага, я говорю, не забывайте, блин, придешь, еще и мест нету. Не забывайте, скорее всего, это, забронировать место. А то же ведь, как в понедельник, больше со мной такого не прокатит. Я первым делом после занятий, там за 24 часа можно забронировать место, поэтому, когда я заканчиваю занятие, сразу иду бронировать. Можно и через интернет. Но вот в понедельник так получилось, что через интернет, вот видите, поздно. Надо прям в воскресенье как-то забронировать себе место, чтобы хватило. А этот валяется все в траве. Любитель поваляться. Любитель поваляться. Видите, он уже сейчас с удовольствием гуляет, уже не так жарко. А то летом все, он прям идет такой со мной весь. А сейчас прям все, сам бегает там где-то по дорожке, по травке. И я вот так. Но сегодня жарче, чем вчера, кстати. Угу. Если воскресенье такое будет, поеду на пляж. У нас у соседа жена чем-то болеет, вот, в общем, ну, и с головой не все в порядке, и вообще не ходит. И вот ее каждое утро забирают вот на такой, на таком автобусике и увозят как резиденция, как в детский сад, да, скажем так, дневной детский сад для таких стариков больных, в общем. И они там целый день проводят. И они там целый день проводят с врачами. Разные там им дают задания. Как детский сад, только для ну, пожилых и не очень, для людей с отклонениями, скажем так. Вот ее в 8.30 забирают и в 6.30. Нет, сейчас 5.30. 5.30 привозят домой. Потому что если дома такие люди, то им только хуже, и ухаживать за ними очень тяжело же, ведь, допустим, если семейная пара, да, мужу там 70, 80, 90, и жене старше, да еще за ней еще уход нужен весь какой-то, вот, то это только либо если дети будут помогать, либо не знаю, как с этим справляться. В общем, а этот автобусик вот так забирает, также и не просто, не только пожилых каких-то людей, а всех, вот там есть молодые, 30-40 лет, люди с разными основаниями. Не люблю очки носить на голове, а раньше любила, а сейчас не люблю. Ну, жарко так, душно, у меня вся попа в мыле. Да, типа. Руки заняты. Пить из спортзала. Нет. Пришла домой. Вот, бежит. Только камеру взяла в руки, бежит. Ты хоть посниматься хочешь, что ли? Ну иди поснимайся. Скажи привет. Нет, целоваться нет, посниматься. Вот там, да, видишь, вот. Он вам передает привет. Все, передал привет? И смотрит ведь камеру, да? Вот. Сижу, думаю, что бы полопать. В принципе, лопать хочу, но не хочу. Чай, наверное, сделаю какой-нибудь. Утром чай, в обед чаек, вечером чаище. У нас уже, смотрите, 8:30, а темно. Видите, как скоро в октябре будут время менять. А у нас какой месяц? Какой месяц? Сентябрь? У нас еще пока сентябрь, по-моему. Ой, в октябре что-то далеко. Вот, и думаю, ананасик слопать или не лопать на завтра. Думаю, готовить ничего не буду, а надо что-то на завтра готовить. А у меня есть салатик, который из баклажан вкусняцкий, с чесночком, с лучком. Еще-то к нему надо придумать. Грудку, наверное, куриную достану, просто ее отварю, да и все. И все, буду с вами прощаться до завтра. Завтра уже пятница. Я прям что-то какая-то сегодня уставшая. Там поставила машинку стираться, но я ее поставила просто на стирку. Она останется потом в этой воде и будет замачена до завтра. А завтра я уже постираю, я всегда так делаю. И будет мне
хорошо, потому что там вся спортивная одежда, у меня их две. А на завтра у меня же ничего нету, поэтому надо быстренько постирать, чтобы все это высохло. И потом надеть что-то на себя. Так, всего вам самого лучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока!